20 мая жителей города приглашают на бесплатные вечерние экскурсии по самому большому музею Перми – городским улицам. Группы будут отправляться на маршрут зеленой и красной линии каждый час. В Центре городской культуры в субботу пройдет выставка «К столетию балета Дягилева парад». Исторические фотографии, костюмы, архивные газетные материалы начала 20 века и многое другое. Открытие в 15:00. В Доме грузчика в субботу будет действовать лаборатория современного искусства и художественная мастерская начала в 23 часа. Залы Пермской арт-резиденции в рамках Ночи музеев будут открыты 20 мая с 18 часов. Зрителей ждут выставки «Театр без сцены» и «Элевация», а также мастер-классы по сценографии, перформанс от команды художников и экскурсии по выставкам. Киноцентр «Премьер» в субботу предлагает отправиться в путешествие по кинотеатру и заглянуть в будку киномеханика, архив пленочного кинофонда и посмотреть короткометражное кино о музеях мира. Начало 18-19 часов. Центральный выставочный зал приглашает на выставку «Уравнение с двумя неизвестными», посвященную закулисной жизни Пермского театра оперы и балета. Также 20 мая здесь пройдет лекция о писателе Валентине Распутине и моноспектакль «Читка» отрывков его повести «Пожар». После концерт современной электронной музыки мероприятие начинается в 18:00. Музей Пермского периода 20 мая будет открыт до полуночи. Зрителей ждет экспозиция окаменелости, отпечатков и останков животных и растений, обитавших на земле во время Пермского периода. В музее Пермской артиллерии будут работать две площадки – выставка военной техники под открытым небом и экспозиция в здании музея. Все желающие смогут сразиться в лазертаг среди орудий на открытой площадке, поучаствовать в исторической реконструкции со стрельбой из лука, поединками на мечах и мастер-классами по старинным танцам. Ночь в музее «Ретро-гараж» пройдет в субботу с 15 часов. Состоится мастер-класс по изготовлению моделей автомобилей из бумаги, показательные выступления на радиоуправляемых автомоделях. Кроме того, откроется выставка работ Кирилла Зибницкого «Холст, масло, бензин». В Пермской галерее в этот день прозвучит современная народная музыка, пройдет множество экскурсий и встреч с хранителями фондов музея. Завершится программа праздничным фейерверком. О других интересных событиях в эти выходные. Беговой клуб приглашает в это воскресенье на бесплатные занятия с профессиональными тренерами. В 10:00 в Балатовском парке пройдет кросс на 5-10 километров. В Центральной детской библиотеке в это воскресенье пройдет встреча начинающих художников и любителей комиксов.